посмотрим, кстати, какие они. Блин, рвануть бы на машине куда-нибудь, да, Грузии какой-нибудь, да? Никогда не думал. Я и кухню эту люблю грузинскую, и море есть, и жара, и на машине можно добраться. Может, для начала хотя бы в Осетию?
Слушай, если эти товарищи ездили в Липецк, что они ездили, скупать или что? Каким-то друзьям на рыбалку еще. Да в Липецке, по-моему, рыбалка никакая. Ну, мы рассказывали вчера про рыбалку. Да? А, я просто не слышал. Курит, мучаю себя, да.
маршрут построен. Потому что он продается за 3000 рублей. Да, конечно. Взглядом. Так, что там покушать надо, да? Ничего не будет. Все сзади. Сейчас на солнышке подогреется. А, кстати, да. А конди надо выключать. Давай. Салатичек. Я там помидорки еще взял какие. Если это они. Салатики я перепутал, короче. Оставил тебе. Огромную. Другой, короче. Да. Огромную порцию, да? Помидорку надо твою на одну взять. Я понял, так брал одну тебе, одну себе.
нормально. Нормально едем. Да, давно уже, километров сколько? 300 с лишним, наверное, проехали. Да? Ой, где-то около часа, наверное. 12, может, час. Не помню точно. Да, я думаю, где-нибудь в районе Тамбова. Не-не-не, мы едем по бесплатке. Ага. Нормально, хорошо все. Степи одни кругом были. Степи, степи кругом. Не, не взяли. Ну, не знаю, на... в городе не попалось, на трассе не стали брать. Может, в районе Волгограда что-нибудь попадется.
кто писал? Я написал, пока тишина. Сейчас пошла, сейчас как это. Звонки есть, смс есть.